Бля, сейчас ошибку делаю, наверное, но придется их убивать. Что? Чего, блядь? Чё, ты как меня видишь тут вообще? Там за калаш такой странный. СК-9, серьезно? Боты под конец рейда появятся, да я знаю. Бля, прицел опять убрался. Спасибо, оружие. Что за мыло в глазах? Не видно шухера. Бот убил типа. Так, где чел это бот убил? Блять, прицел! А, этот баг с прицелом. Это с деревни, походу, пришли вот эти молодые люди. Или нет? У этого Ремингтон.
А, вот он. Так, улач. Сколько мне ботов осталось убить вообще? Много еще. Улач нельзя выкидывать. О, этот. Янтарь. Он где-то выкинул, по-моему, свою винтовку какую-то. Да и хрен с ним, выкинул. А, вот она. М1А, кстати. Поляха. Она, наверное, денег стоит. Я-то думал, там что-нибудь такое менее ценное. Так, магазин этот нам не надо. Вот сюда. Это сюда, это сюда. Второй примерно такой же, да? Чё-то мне в чате говорит, что второй типа очень слабый. Чё-то я опять народу, да, наубивал. Пошел за квестом, блин, убил почти весь сервер. Как со снайпой сегодня то же самое было. Там я убил семеро, а тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоже 7 вроде как. 4, 5, 6. А, 6? Значит 6. А, одного же бот убил. У меня бот застилил фражек. Точно, точно. Когда у меня заклинила М-ка. А что, кстати, прям меня так видно хорошо, что ли? Забыл я броню скинуть, когда по нему стрелял. Я же без брони должен убивать-то типов. Бля, передо мной. Попал? Должен был попасть. Пал. Чуть-чуть, чел. Поэтому, ну, пробуй писать. Я не знаю. Но ты не единственный, кто это писал на стриме у меня. Поэтому, может быть, у них есть какие-то наработки. А может и нет. Я тоже не могу тебе сказать. Благодарю. Опа, идут клиенты. Пошел зверь. Ах. 61-й патрон, блин. Там, говорит, расщелина будет. Зверь не дурак, он на тебя пойдет. Да ладно, говорит, потом отблагодаришь. Вроде нет, да? Там другие никнеймы были какие-то. А как они все это сломали? В одночасье, так сказать. Блин, я четко слышал дерево. Блять, там два типа. Ёб твою мать. Спокойно. Так, сняли броню, работаем. Ой, хорошо. Ой, актеры. Так. Легкие минус два. Нет, то есть у них сейчас не работает хилка после рейда.
не хилится сильное кровотечение иногда. И это вот в плюс к догонку, к потере пакетов. Нихера. Потери пакетов, флагом серверов, вылеты с античитом вон у ребят вылетает. Который день мне уже жалуется на стриме. А как? Так вот, проблемы в Таркове сноуболятся в данный момент. Это как вот шар снежный, он скатывается с горки, да, и становится все больше, 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 больше. Вот такая же хрень с багами в Таркове. Особенно в этом вайпе. Их становится только больше, они не справляются вообще. Я не понимаю, как это вот они так работают. Честно, не понимаю. Просто мы токсичные игроки. Ну да. Необъективно вот так сидим. Оцениваем игру. Ни за что просто ругаем игру, блин. Чем мы вообще понимаем в этой игре? Еще один? О, идем, идем. Мне как раз трое осталось. Так, еще один остался, есть? Ох, там еще и СВД. Так, работаем. Там снайпа и СВД еще плюс к всему. СВшка вроде. Нет, ну. Чем ты лег? Все, отлично, чат. Квест готов. Нужно добивать чела, идти на окраины и отдавать квест. Я думал, ты спрячешься хоть. Как он мне одним выстрелом две ноги отстрелил со свешки? Она что, у него дуплетом стреляет, бля? А ты кто? И мне уже не нужен, чел, все. Я сделал квест. Хомячок. Продлил подписку до 3-го месяца. Спасибочки, благодарю. Блин, маленький... Пати маленьких типов перестрелял. Да. О, кидывай каску. Погнали. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.